Короче, это вот ход, который идет на улицу природного происхождения. Вот здесь через пруд он идет и наверх, наверх. Вот здесь он еще не раздваивается. Где он еще не раздваивается, мы проходим. А вот он раздваивается вот здесь. Еще идет тут. Нет, это тупик. Подожди, подожди, это все так. Да. Вот сюда мне нужна табличка. Причем вот она, пускай будет косая, это даже очень хорошо. Пишем. На. Что такое-то? На улицу. Вот так. То есть туда на улицу. А вот сюда. Здесь у нас поди что круговое движение. Да, вот сюда мы еще не были. Сюда мы еще не были, давай посмотрим. Тупик. Красава. Это тупик. Все, это точно тупик. Уходим, значит. И лепим знак, что здесь тупик. Так немножко почистим, чтобы он выделялся. Это все как я обычно делаю. И делаем наш знак с носиком, что здесь тупик. Далее, вот смотри, чего. Далее вот у нас идет спуск сюда какой-то. И вот там. Да, это там все, это я уже сам же там и был. Что, энергию добудем? Давай. Заморочимся. Ну, дальше я думаю, что все. Я теперь уже просто пойду дальше. Я тут слышу звуки шахты. Слышал я их, но. Но только, в общем-то, один раз я их слышал. И не факт, что это звуки шахты. Я так покопал, поискал. И, короче, не нашел. Только не надо туда улетать. Это что такое за дела? Ладно, вплотную стоишь, они умудряются еще не туда улететь. Так, это все. По крайней мере, да, по крайней мере, все, обобрали. Так, железа тут нет. Пошли, короче. Сейчас еще выяснится, что я тут заблудился. Ну, давай здесь спустимся. Ну-ка, как тут у нас спуск-то проходит? Вот так. Ёк-махарёк. В принципе, наверное, я правильно делал. А, ну да, тут у нас этот самый Redstone. В смысле, не Redstone, а обсидиан. Так, вот эта вся дорога у меня знакомая, да. Значит, обсидиан. Слушай, вокруг обсидиана надо бы все-таки выкопать. Даже я бы вот так вот взял бы и выкопал бы тройную. А то мало ли. Поскольку обсидиан это бывшая лава. Так, вот железо я уже нашел. Тоже ценный материал. То могут быть алмазы. Сейчас откопаем все это. И сейчас вот эти железо тоже добудем. Пойдем. А, вон видишь у нас что тут творится. Давай это заложим, мне надо нам это удовольствие. Так, вот здесь тоже запросто можно упасть. Закладываем. И вот здесь, видишь, что творится. Ну, собственно, ладно, я думаю, что мне уже тут... Лень возиться, конечно. Единственное, что вот это сейчас подковыряем. Что, все? Все.
Так, берем новую кирку. Ну, я думаю, вряд ли тут что-то есть. Можно так по низу пройтись. Да, не вижу я там ничего. Можно здесь вот так центральную продавить, вот так вот. Ничего я тут не вижу. Нифига тут нет. Пошли тогда отсюда. Теперь у нас вот проход сюда. Здесь у нас комната, здесь мы уже туда-сюда. Вот здесь, конечно, симпатичные места. Вот здесь очень симпатичные. Вот здесь какой-то что-то тут тоже было. Лазурит я принципиально не хочу добывать. А вот здесь что? Что-то там темнеет. Ну-ка. А, ну да. Да-да, я туда тоже ходил. Понятно. А вот сюда? Сюда я еще не ходил, но думаю, что это затянется. Так, свет. Ну, допустим, конечно, вот надо вот это подковырять. Все, приятно. И, по-моему, здесь у нас прямо-таки идет окончание уже. Все. Здесь у нас окончание банкета. Ну и с той стороны мы уже были. Здесь видишь этот самый водопадище. Можно, конечно, посмотреть, докуда это идет. Вот там я выковыривал этот самый себе алмаз. Тут что-то может быть просто тупо по стенам. Вот видишь, как этот вот лазурит, который я больше не собираюсь его добывать, потому что его полезность весьма пока что для меня сомнительна. Ну что, все? В целом она такая небольшая расщелина. Давай бежим. Буль-буль-буль-буль-буль. Галина, Бланка, буль-буль. Уходим вот сюда, откуда мы и пришли. Вот, и вот здесь у нас, да, вот здесь у нас не обкопано. Да.